Ой, чего? Воняет. Поехали? Поехали. Меняю Vertex Impress Bear. Такой смартфон, их два рабочих дня. Я вот смотрю на этих людей, мне хочется ведущих одеть. Таксов уже продается больше 1 миллиона штук. В описании. Привет, как тебя зовут? Екатерина. Ебать, вы чё? Я тоже так отреагировала. Ребята, дрочите! Дрочите обязательно, ребят! Дрочка — это топ! Ну, блин, я бы не особо рада была, чтобы кто-то там на свой монитор, ну, на мое лицо что-то брызгали или что-то делали, вот. Ну, не особо была бы этому рада, если честно. Поэтому, пожалуйста, если вы дрочите, то только не на лицо. Вот прям прошу, только не на лицо. Не, ну серьезно, типа, дрочить на Лёшу надо на Лёшином канале, на моем канале нужно не дрочить. Боже мой, Мурочка, я вообще бы отдельно высказалась, но не буду. Не буду, пацаны. Разжигание ненависти запрещено. Сори. Дьявол, я и забыл, что эта река не только мистическая сущность. Сейчас я вас очистию. Сейчас выйдет сущность в виде гномика. Ник правильно читает Эндерлибая. Шаман в 8-м поколении. Да. Опять горит. Я очень хочу себе эту штуку. Ой. Я очень сильно хочу себе VR-очки. Что вы думаете на этот счет? Может, мне кто-то может одолжить их, ребят, на пару стримов? Твою мать. Сущность в виде гномика. Ник Тендер либо Е. Петь училась дома. А что произошло, не понял? Мне тут дверью прижало. Ну, да, блядь, не пиздец. Ну, кто же, блядь, это самое так делает? Дверь. Приятного аппетита! This thing is 300 bucks. Зыба. Спермиорг оттекает в жопу и не разоскорится. Приятного аппетита! Аппетита! Приятного аппетита! Ну это я бы разозлилась очень сильно. Прям сильно, сильнейшая. Почему ее оставляют? Нормальный флекс? Сука, злой, типа. Наконец-то дали в доту поиграть. На профессиональном уровне. Танец с грудью. Это он специально сделал так? Вот дебилоид. Деньги. Настя, чё деньги? Кошелька и макарошки — это разные вещи. Я понятия не имею. Настя. А скажи мне, гаспачо, да, гаспачо, она из чего готовит? Ты серьезно? Еще что-нибудь скажешь? Я здоров, скажи. Еще что-нибудь скажешь? Да, простите, пожалуйста. Походу, я сегодня на том диване. На улице? Какой диван? О, сразу видно, мужчина в доме. Диван на улице. Мужики, не позволяйте тянкам к себе так относиться. Не позволяйте. Как бы сильно вы ее не любили. Диван на улице, да. Мужики, как дела? Ля, какие мужички. Мистическая река. Надо войти в воду. Ёб твою мать! Шишкин лес! Да ну нахер!
Ох, сейчас я чуть не какнул. Я нет, нормально же было. Ну, не страшно же? Здорово, пацаны. Да. Надеюсь, этот цвет мочи мне только кажется. Вы совершили акт и нарушили правила межполового... Спасибо, Рокки Пен. ...установленный в исследовательском комплексе. Вы нарушили протокол. Приятного дня. Вчера уснул, не досмотрел Паддингтон 2 до половины, Ну попай же, я! ...остался на телефоне. Какой же он дикий, жесткий! Сосат! Ёбана Рокки! Как же, что же он делает? Что ж творит паренек-то? Го в танк и убери декольте, а то ничего не понятно. Родненький ты мой, думаю, что ж с тобой не так впервые за неделю? С декольте сижу, а ты весь стрим уже полчаса пишешь убери декольте, и тут ты пишешь го в танки, и я понимаю, что с тобой не так. М? Ля, пацаны, вот оно что. Ага, понял. Мне она не нравится. Мойка, мочик, ангелочек, писюночек, бармаглотик и проглотик, умпа-лумпик, пуки-пупчик, разбросайчик, проливайчик. Ничего не убирайчик. Крикнувши корунишка, игрунишка, бегунишка, бананешка, кушуньешка, писунишка, покакулька, вот мой. Сладенький. Полный умпа-лумп в натуре. Раунд рофлян ябучка. Он же такое не на своих братан, стримах. Братан, очень жестко, ты просто... Не красавец. Воспринимает. Че это он не выключил донат сразу? Виталя. Юра, привет. Виталя. Что было? А что было? Что це било? Что она чистит? Я просто картошки замыкала. Фига там гниль. Пятно осталось. Вот она. Фига она гнилая. Один фу. Человек в жизни не сможет картошка. Это сделать без скриптов. И нет, меня как бы реально... подмывало все-таки посраться с челом, который в чате писал, что не-не-не, это они без скриптов делали. Да? Правда? Есть все. Блядь, это пиздец, это просто. Я имею в виду то, что деньги приходят очень тяжело, как мне, поэтому... Подружка Таньки, ну выдает. Сейчас себя кинет. Убил, что ли, в натуре? Вот ящик лежит. Там еще чувак был, что нам в окно? Сгорел. Бля. Фига, есть игры, в которых от молотов еще и горят, когда из них вылазишь. В КС-ке бы так сделали, было прикольно. Чувак, можно было? Hard gay at school. Hard day. Это была шутка про хардплей, ладно. Неудачно. Сейчас ему позвонит? Во-первых, это конфликт. Во-вторых, шутка хуёвая. А в-третьих, тебе пиздец, блядь! Запикаешь, Лёх. Прощай, мой друг! Ты мне был как братом. Все, прощай, ничего не обещай. Хотел поиграть в Майнкрафт вместе с ним. Не пойду играть в Майнкрафт, все, блять, обиделся. Танцуем! Just Dance 2020! Разминка по утру! Разминка! Ну кто флексит чем может, понимаете? Мне флексить как бы это. Интересно.